Всем привет! Очередной мастер-класс, как сделать красивую закуску. Обычный сыр нарезаем на тонкие полоски. И на такие же полоски нарезаем огурец овощерезкой. Кусочки хлеба смазываем творожным сыром. И втыкаем зубочистку по центру. А дальше все просто: на полоску огурца, полоску сыра и кругляш колбасы, свернутый пополам. Заворачиваем в плотный рожок. Вот так. Нанизываем рожок на зубочистку, а сверху помидорка черри. Закуска для праздничного стола готова. Вот такая красота и вкуснота у нас получается. Кому понравилась идея, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!